Сегодня немножко странновато. Какой у нас получается третий день всеобщего карантина. И такое ощущение, что побольше стало людей на улице. Как будто бы все, может быть, немножко расслабились и подзабили, потому что ничего же страшного не происходит, новостей никаких нету. Вот. И народу побольше, на самом деле, на улице прогуливается. Если было всего пару человек, там, вчера или позавчера, то сейчас вот уже, ну вот, с десяток человек я вижу, которые идут там в том или ином направлении. Полиция патрулирует, но тоже очень так на расслабоне. Запрещают открывать кафе и магазины, а так, в принципе, ну вот, куда-то там сходить по делам можно. Сегодня много иностранцев вижу в городе. Возможно, вернулись те, кто были в трекинге. Потому что горные гостиницы, рестораны, все закрыто. И, в общем, люди, которые пошли еще до закрытия страны, до всей этой истории, ушли в горы на маршрут, и вот им пришлось возвращаться в Похору или в Катманду, потому что все закрыто, и невозможно достать еды и так далее. Ну и не селят нигде в отеле, в общем, всех отправляют как бы идти обратно. Там посодействовало, в общем, правительство, организовали какие-то автобусы из нескольких там точек ключевых, народ вывезли, в общем. Есть еще народ, который застрял в Лукле в районе Эвереста. Тоже рейсов, авиарейсов нету внутренних, а оттуда добираться, ну, как бы далеко по земле. И вот тоже сейчас решается, возможно, им какие-то организуют, там, не знаю, вертолеты или самолеты. Вот, ну, такое, в общем. Если все в таком же будет ритме, то, я думаю, через пару дней вообще все расслабятся и просто будут как будто бы на каникулах. Грузовичок развозит воду чистую по магазинам. Вот еще один. В овощном магазине тоже, в принципе, есть все, что нужно. И крупы, и соль, и масло, и набор овощей, и фруктов. Так что пока никаких проблем или дефицита продуктов не наблюдается. Thank you.